Страшное ДТП на трассе Караганда-Астана унесло жизни 5 человек. Там столкнулись внедорожник с КАМАЗом. Есть один выживший, 17-летний пассажир. Все произошло около 3 часов дня, недалеко от поселка Сакаровка. Водитель Форда выехал из Караганды в столицу. В какой-то момент он не справился с управлением, сбил работника дорожной службы и влетел в стоявший на дороге КАМАЗ. В результате рабочий, сам водитель внедорожника и трое его пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир Форда, единственный выживший в этой аварии, сейчас в больнице в тяжелом состоянии.